Всем доброго времени суток, уважаемые зрители. И как вы поняли по картинке, сегодня у меня будет обзор вот такого китайского прожектора или фонарика, как его можно назвать. Они позиционируют как прожектор. Прожектор отработал этот со мной сезон. Много, скажем так, часов он отработал со мной на рыбалках, потому что рыбалки у меня были чуть ли не 2 месяца подряд. Данный прожектор использовался у нас на таборе. И есть даже такое видео на ютубе, где мы с Димой ловили линков и там делали их в шарабане. То вот как раз под вечер, когда мы отемняли, этот прожектор мы просто повесили на сучок ближайшего дерева, да. И что мне позволило сделать достаточно вменяемую, более-менее качественную съемку. А говорить об его характеристиках я, как бы сказать, затрудняюсь. Это все-таки китайцы, да. Но, вы знаете, я тоже некоторыми вещами китайскими абсолютно не брезгую. Просто нужно понимать, что у них покупать. Или сложные механизмы, которые там, ну, действительно требуют больших знаний, базы ресурсов, там, инженеров, которые это все разрабатывают. Либо что-то более-менее уже такое, всем уже доступное и примитивное, там, допустим, как обыкновенный ПН-переход. То есть, в данный момент это светодиод, да. Вот, и, в принципе, фонарики ихние я давно уже использую, у меня на ютубе проскакивают такие видео. И за эти средства, за эти деньги, свет лампочки, ну я так грубо говоря, да, свет лампочки вполне нормальный, чем покупать там настоящую, там фирменную матрицу, да, какую-то, прожектор, который стоит не детских денег, да, но насколько он там добавит яркости, насколько он там добавит, как бы сказать, долготы работы, да, своим там аккумулятором, это тоже, как бы сказать, неизвестно. Купить этот такой прожектор можно на Алиэкспрессе, ссылочку под видео я оставлю, но покупал я его именно без аккумуляторов, то есть там можно купить и с аккумуляторами, и без аккумуляторов. Сейчас мы вот посмотрим, как он у нас из чего состоит. Видим, что ручка может вот так вот регулироваться, сам он тоже может менять наклонность, да. Также помимо этого он еще может вращаться вот так. Видим, есть 3 таких барашка, которые все вот эти вот по краям затягивают, а также его можно легко и разобрать. То есть он у меня лежал в экспедиционном ящике моментом разбора, да, то есть вот именно вот так вот он был разобран, чтобы не потерялось. Этот винт он у меня был вот так вот вкручен, и вот в таком вот разобранном состоянии он у меня был, как бы сказать, упакован. Все. Есть кое-какие царапины вот на этом стекле, оно как бы типа что-то оргстекла, более-менее пластиковое, и как бы все царапины и какие-то удары ему, в принципе, не очень и страшны. Вот, также мы видим, его можно просто за счет вот этого крепежа прикрутить, допустим, к дереву временно там, или привязать там проволокой или веревкой к дереву, или там к стене там. Ну, куда угодно. То есть, варианты его крепления, как бы сказать, достаточно много. Ну, а, конечно, на каком-то моменте рыбалок и жизни вы понимаете, что не хватает вот именно такого мощного прожектора, фонарика. Все знают, кто любит путешествовать, не дай Боже, что-то там на дороге, ночью где-то что-то там сломаться, отемнеть там на сплаве, не дойти, не дай Боже, там что-то лодку проколоть, да просто даже ночью разбить табор, лагерь, это просто его включаешь, это феноменальная такая яркость, все, как бы сказать, понятно, видно, можно в ночью все собрать этот табор и заночевать. У него вот видим такая вот зеленая кнопочка, и есть 3 таких режима яркости. Первый это самый мощный яркий, второй послабже, и третий самый экономичный, слабый. Потом он выключается. Также есть такое вот гнездо для подзарядки. И с ним есть вот такое зарядное устройство. То есть синим, видите, оно сейчас горит, что якобы там типа аккумулятор заряжен. Когда вставляется в розеточку, оно
загорается красным, и когда начинает синеветь, то аккумуляторы у нас заряжаются. Единственный нюанс, что мы видим, нужно будет переходник под нашей розеточки. Здесь он вот такой. Вот. Параметры зарядного устройства, я думаю, вы сейчас сами почитаете. Кому интересно. А я, как бы сказать, уже не буду заострять внимание на все эти цифры, потому что, как бы сказать, это китайцы, и очень трудно иногда понять или поверить ихним цифрам. Сам, как бы сказать, корпус, на который крепится светильная матрица, видим, сделано вот из такого профиля, он же является у нас и радиатором, да, самого этого прожектора. И я пробовал его на максимальную мощность, максимально долго. Мы сейчас, кстати, это и проверим все. Это не пустые слова. То, в принципе, везде рукой можно держать, нигде никакого перегрева нету. Как раз у них рассчитано четко, что вот именно этой площади радиатора четко хватает справляться с охлаждением на максимальной мощности. Также мы можем наблюдать, что вставляются аккумуляторы. Ну вот аккумуляторы я, конечно, вот покупал здесь в Хабаровске. Почему? Потому что там были какие-то аккумуляторы, но они прям такие, там мне не понравилось. Цена как бы сильно возрастала его, а аккумуляторы были ни о чем. Ну и здесь я тоже аккумуляторы ни о чем. Это я пошел на Выборгскую и купил самые конченые, самые дешевые аккумуляторы. Там то ли по 100, то ли по 80 рублей, я уже не помню. Ну что за такое, 100 рублей плюс-минус 20. Ну вот. Ну и как практика показала на тестах, они, конечно, стремноватые, да. И разница большая, когда вы ставите нормальные, более-менее вменяемые аккумуляторы. Вот. Вот такие вот все китайские аккумуляторы, вот. Такие, на которых пишут там емкость 5800, там. Вот тут уже 7800 пишут. Вот такие аккумуляторы такого вот формата, да, 18650, а они вообще в природе большей емкостью, чем 3500 мАч, не существует. Насколько мне известно. Может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Вот. И, честно скажу, сейчас мы посмотрим все тесты, честно скажу. Вот. И мы сейчас вот увидим, что, в принципе, разница между аккумуляторами и как работает этот фонарик, и насколько его хватает, и мы об этом уже попозже, после теста, поговорим. В принципе, на рыбалке он мне сильно-сильно выручал жизнь. И его, скажем так, работы даже с самыми дешмановскими аккумуляторами, в экономичном режиме, в третьем, хватает на самых конченных китайских аккумуляторах 4 часа работы. Ну, а вот на фирменных я даже и не замерял тут вообще, наверное, число. Потому что даже на фирменных в 4 часа работы хватает на полной яркости, да. Давайте, уважаемые зрители, посмотрим тесты. Так, уважаемые зрители, ну давайте проверим, сколько беспрерывной работы в полной мощности, в полной яркости может проработать данный, как бы сказать, прожектор или фонарик. Видим, сейчас у нас на часах ровно 12 часов. И мы его включаем нажатием один раз на зеленую кнопочку в полную. Как бы сказать, яркость. И будем теперь ждать, на какое время его хватит. Но на самом деле светит он офигенно. Вот уже почти 20 минут на полной яркости работает наш прожектор. Полет нормальный. И кому интересно, какую форму пятна луч, да, рисует, то вот можно посмотреть. Видите, вот такой вот как бы в форме глаза вытянутый вот. Такой вот луч рисуется. В принципе, удобно и вполне как бы достаточно. Когда дальше относишь, конечно, это все будет шире. Ну что тут у нас? Видим, что на максимальной яркости данный прожектор отработал уже час. Ну, посмотрим, сколько еще протянет. Ну вот. Получается у нас час и 10 минут. Только что минуту назад он погас. Попробуем еще раз включить. Вот, еще включился. Ну, сейчас уже опять скоро потухнет.
То есть беспрерывной работы у нас получилось 1:10. Вот. Ну, надо еще учесть один маленький нюансик, что аккумуляторы я покупал здесь у нас уже на китайском рынке, на Выборгской. Вот, и вот эти вот аккумуляторы оставались у них в наличии, когда я брал самые тепленькие чуть-чуть, самые беспонтовые, самые дешевые, и покупал я их то ли за 80, то ли за 100 рублей штуку, да. То есть она говорит, хорошие, говорит, разобрали, вот, говорит, остались, ну, вот самые, короче, беспонтовые. Вот такие вот. Вот. Я думаю, сейчас, если вставить нормальные аккумуляторы, то результат будет гораздо лучше. Я думаю, мы это проверим. Ну, давайте проверим длительность работы данного прожектора или фонарика, как его можно назвать, на совсем других аккумуляторах. Есть вот у меня такие вот аккумуляторы, используются они уже давно, они у меня 2 года использовались в пауэрбанке, потом мне пауэрбанк на рыбалке запороли, сломали разъем, и разъем замкнул, короче, вернее, ну, сам, короче, разъем в чего втыкается, его вывернули, контактная площадка замкнулась между собой и выгорела схема вот эта драйверная вся, которая управляет пауэром. Вот, и я достал оттуда аккумуляторы Самсунги, вот такие вот, видите, тут уже все стерто, они такие уже видавшие видов, они теперь у меня еще и продолжают служить после, как бы сказать, смерти самого пауэра банка. А мы сейчас их поставим сюда и посмотрим, какой будет результат. А вот эти вот самые конченые китайские аккумуляторы, мне даже китаянка, которая на Выборгской продавала, сказала, это самые конченые и самые дешевые. Они вот правда новые, держат они у нас на полной яркости, на полной мощности, держат они у нас 1:10 смело. Давайте сейчас мы их вынем по-бырому. Одной рукой не супер удобно, потому что в другой руке у меня находится камера. Судя по контактной площадке, видите, уже на одном светит. Случайно нажал, когда поднимал, вернее, поворачивал. По контактной площадке видим, что аккумуляторы у нас просто между собой запараллелены, чтобы, как я понял, увеличить просто тупо ихнюю емкость. Вот. Закрываем. Смотрим на часы. И тут у нас ровно 11 часов. И включаем. Я вам показываю, что это полная яркость. Вот потише, вот еще потише. Вот выключили. И первый щелчок — это полная яркость. Ну что, поехали. Время. Как раз ровно 11, я все подгадал. Посмотрим, сколько на более-менее адекватных аккумуляторах будет работать этот прожектор. Так, проверяем контрольную точку. Она у нас, видите, 12 часов. Зарядили мы это все дело в 11. То есть сейчас мы видим, аккумуляторы работают спокойно. Так, ну что мы видим? Видим, что они уже работают 1.5 часа. Эти аккумуляторы на максимальной яркости, то есть на полной мощности, их выжимаем. Вот. Это уже на 20 минут больше, чем новые китайские дешмановские аккумуляторы. Радиатор сам, конечно, теплый. Вот. Руку можно держать везде, даже на самом стекле. Я просто тут... Вот. Безо всяких проблем. Нет такого, чтобы был, как бы сказать, ожог. Вот. Температурный режим, я бы сказал, в норме. Конечно, и сами аккумуляторы тоже теплые. Но тоже все, как бы сказать, без проблем. Рука держится. Да, давайте посмотрим, насколько их еще хватит, поношенных бэушных самсунговских аккумуляторов от новых дешмановских китайских, чтобы понять вот эту вот разницу. Вот, следим.
за временем и смотрим. Так, ну становится уже интересно, потому что я, в принципе, сам не ожидал такого результата, что от замены аккумуляторов прям так мы сильно шагнем во времени. Смотрим. Уже час, запустили все в 11. 2 часа, и через 10 минут мы видим, как вот эти данные аккумуляторы самсунговские работают в 2 раза дольше обыкновенных китайских. Вот я уже взял этот пауэрбанк, из которого эти аккумуляторы были выняты. Ну, потому что пауэрбанк мне кончили сказочные ребята на рыбалке. Мы там отдыхали, и они решили вот с этого зарядочного гнезда, подумали, что это выход, и решили там запихать сюда от какого гнезда, этот разъем от какого-то там ноутбука, чтобы его там зарядить, короче. Ну, соответственно, там вот посередине такая планочка текстолитовая, тоненькая, да, ее сломали, вывернули, и замкнулись контакты, и вот здесь вот стоит схема вся, которая управляет пауэром этим, вот. И здесь, короче, выгорели элементы. Я этот пауэр сам лично разобрал, вот, там вот было у нас вот таких вот 8 аккумуляторов, они по 4 вот так вот, или вот так вот они как-то стоят, я уже, короче, не помню. Их, короче, там стоит 8 штук, вот таких вот. Этот у нас пауэр Interstep, кстати, достаточно большой емкости, 24 ампер в час, 3,7 вольта. Ну, вот все характеристики видно. Самое, что интересно, корпус это и чисто алюминиевый, не какой-то там. Потому что, когда разобрал, я все это видел, это полностью металлический алюминиевый корпус. И при каком-то таком нажатии тут быстро все не треснет и не сломается. Достаточно все герметично сделано. Вот, ну, все плотненько. Вынимается вот эта крышечка, чпок. И тут такие, как полозья, плата вся вот эта вот, ну, вынимается. Здесь все аккумуляторы спаянные. Так, ну, долгожданный час 10, и мы видим, что данные аккумуляторы, в отличие от китайских, смело теперь работают в 2 раза дольше на полной мощности, на полной яркости. Боюсь предположить, какое время они могут отработать на минимальном режиме, потому что я замерял на минимальном режиме вот эти вот китайские аккумуляторы, их хватает на 4 часа, там 10-15 минут. То есть, если в минимальный режим переключить эти аккумуляторы, то цифра тоже может в 2 раза увеличиться. Вот. Ну, смотрим уже до конца, насколько хватит этих аккумуляторов. Так, ну, уже работает 2,5 часа. Все работает на полной яркости. Вот, аккумуляторы отдают максимум. Все еще работает. Вот, смотрим дальше. Вот, кому интересно марка аккумуляторов. Так, напоминаю, время работы уже 3 часа 10 минут. Вот, ну вы не поверите, уважаемые зрители, не дотянул буквально 2-3 минуты до 4 часов беспрерывной работы на полной яркости данный прожектор на аккумуляторах этих Samsung. Вот я прям сижу, ну думаю, вот 4 часа скоро отметка, надо показать зрителям, и чпок, и он прямо у меня гаснет. Вот. И все, видим, что четко, короче, я его перед этим трогал 5 минут назад, смотрю, уже радиатор не такой уже тепленький, да. И это он уже на 4 часу уже начал задыхаться, грубо говоря. Ну, где-то вот уже сдавать начал, где-то через 3,5 часа. Вот, уважаемые зрители, решил я разобрать данный прожектор, чтобы убедиться, что эта схема более-менее или состоятельная для работы. Вот после полной, как бы сказать, ну не полной разрядки, а до полного отключения фонарика после часовой работы, да, максимальной яркости, я вот замеряю, до какой степени у нас просели именно аккумуляторы. Мы видим, что аккумуляторы у нас сейчас находятся 3 вольта 226 тысячных, да, ну то есть это нормально. Ну, скажем так, округлим 3,2 вольта, да, 3,2.
Вот, а аккумуляторы у нас в режиме полной зарядки должны быть в районе 3,6-3,7, да? То есть это подтверждает о том, что в данной схеме есть защита, собрана защита, чтобы аккумулятор не имел полной разрядки, да, чтобы, ну, полностью аккумуляторы не кончались, да, то есть, ну, вот, чтобы не было нулевой разрядки, чтобы после этого можно было выкинуть аккумулятор. Не все аккумуляторы, как бы, ну, переносят полную такую глухую разрядку, вот. Также я могу сказать, что в самой этой внутри плате мы видим, вот отсюда приходит у нас питание от зарядочки, вот от этой вот. И отсюда у нас с этих же моментов берутся сразу же провода аккумулятора на зарядку. Это говорит о том, что на самой схеме не собрана схема зарядки и схема защиты при зарядке, да, вся эта схема зарядки и схема автоматического отключения при зарядке аккумуляторов и защита по напряжению и потоку, я думаю, она и есть. Она собрана в плате самого зарядного устройства, потому что когда аккумулятор заряжается и загорается, у нас лампочка другого цвета. При разрядке все горит красным цветом светодиодик, при зарядке он загорается таким синеньким. Вот. Ну, само зарядное уже разбирать не буду, потому что, ну, вот как бы уже тут неохота этим заниматься, да. Вот. А так как мы видим, что от самого схемы уходит все два провода на сам прожектор, мы видим, что светодиодная матрица расположена на радиаторах, и радиатор рассеивает тепло, это очень даже плохо. Вернее, не плохо, а хорошо, да. То мы видим, что вся матрица у нас меняет яркость. Не из-за того, что подключаются к работе разные матрицы или разные, ну, другие дополнительные светодиоды, а регулируется ее яркость за счет изменения формы импульса. То есть поддаются импульсы, и получается, они поддаются разной частотой, разной длительностью и разной скважностью. Да? И за счет изменения длительности, частоты и скважности получается у нас изменение яркости. И не только изменение яркости за счет импульсной подачи тока и напряжения, скажем так, без разницы. Вот. Получается у нас еще и экономия самих аккумуляторов. Потому что если эту схему убрать и просто напрямую запитать без этой схемы, то именно сядут у нас побыстрее, гораздо быстрее аккумуляторы, чем используются. Вот такая вот схема, эти драйверы. Вот, мы видим, что работают они у нас по минусу. Два вот этих вот выходных драйвера у нас запараллелены. Видим, что стоят транзисторы, полевые транзисторы. То есть транзисторы эти, скорее всего, управляют драйверами, вернее, как бы сказать. Вот, полевики и, наверное, таймер, скорее всего. Тут я уже так образно накинул по логике вещей вам. Могу именно ошибаться, ну и не в этом суть. Главное, суть вам показать, что схема достаточно состоятельная. Все это как бы достаточно пригодно, уважаемые зрители, работает. Вот. И вы знаете, я вполне доволен, потому что я разбирал уже достаточно много китайских фонариков. И, как правило, у них внутри не бывает схемы по защите, не бывает схемы не толком по зарядке, просто лампочки горят, но ничего толком, ну, нормально не происходит, ни на автоматическое отключение по зарядке, да, ни зарядка, ни защита, ни импульсная подача тока, да, для экономии энергии, да. Также мы видим, что все батарейки у нас запараллелены, то есть они имеют параллельное соединение, да, не последовательно. То есть это именно создано, чтобы их емкость складывалась, плюсовалась и увеличивалась. Это именно заточено для длительности работы. Ну вот, уважаемые зрители, посмотрели мы проведенные мной тесты, разбирали этот фонарик, видели, что вполне себе, да, есть там и драйверная схема, да, которая экономит эти все аккумуляторы и создает определенные режимы работы. То есть это не тупо светодиод с двумя фонариками, да, которые выходят от аккумулятора, да. То есть вполне себе за минимальные деньги более-менее приемлемый продукт.
Я считаю, за такую вещь вполне себе можно запротить эти бабулеты. И с собой я его вожу постоянно, он у меня с ящика не достается. Вот. И, как бы сказать, никаких проблем, грубо говоря, он сильно не приносит. Ну, конечно, ночью даже вот так вот где-то встать на таборе, чтобы было светло, хорошо, его включил, и он там светит достаточно долгое время. Народ по табору двигается, все там двигаются, там кто парам-пам-пам исполняет, кто пампареру, да. Ну, то есть, кому чего, все люди отдыхают, то шарабан, то уху, кто там мышачить пошел ночью рыбачить. Ну, он просто освещает всю, как бы сказать, территорию. И чувствуется себя на такой рыбалке вполне-вполне комфортно, уважаемые зрители. Ссылочку на данный аккумулятор и на прибор я оставлю под видео на Алиэкспрессе. Кому интересно, посмотрите. Ну вот за качество аккумуляторов этих на Алиэкспрессе я, конечно, не ручаюсь. Потому что китайцы, есть китайцы, и тут спора нет. Ну и, конечно, как бы сказать, все должны понимать, что это не какой-то там фирменный прожектор. И я больше чем уверен, что характеристики его будут однозначно уступать более качественным продуктам. Это даже бесспорно. Ну вот, уважаемые зрители, мое видео подходит к концу. Всем, кому понравилось, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями. До свидания, до новых встреч.